Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и Жека, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем сжигать ваших самых любимых персонажей и выживать также. И да, ребята, всем привет, и подобных видео мы еще не снимали, поэтому выйдет ли новая серия, зависит только и только от вас. Поэтому вы знаете, что делать. Правила мы объясним чуть попозже. А пока поставьте обязательно палец вверх на мой видос и на видос Жеки. Набираем 15 тысяч лайков, и сразу же выходит новая серия. Поэтому, Евгений. Голова кружится. Давай, покатайся. Карусельки. Эдисон, ты меня обманул. Ты говорил, что мы будем сжигать персонажей. Где что происходит? Сначала нужно покататься просто на лампу, понимаешь? Карусель. Много у нас как-то видосов уже с этими каруселями, но хватит! Меня сейчас тошнит. Хватит развлечений, Жека, хватит. Да, и кстати, я хотел бы еще сказать, что на этой карте очень много персонажей, которых можно сжечь, и если мы много лайков наберем, то будет еще одна серия. Да, но в этой серии я предлагаю, знаешь, кого сжечь? Кого мы будем сжигать? Давай Соника. А, ты прям угадал, потому что сегодня у нас будет Соник. Да, поэтому давай, выбираемся сюда и смотри нашего красавца, смотри. Да, и насколько я сейчас понимаю, мы сейчас залезем вовнутрь этого Соника, там начнет все взрываться, а мы должны будем как-то выжить. Да. Я уже не прошел испытание. Вот ты дебил. А, все, тут уже один раз умер, все в чате написала. Нет, это не читается. А, в общем, подожди, Жека. А, ребят, тут на карте есть стройные лаки-блоки, всякие классы, как видите, прочее. Поэтому мы с Жекой сможем оставить эту карту в описании, если наберем по 15 тысяч лайков, как обычно, да? Так, смотри. Тут три персонажа, да? И самый, типа, главный босс. А что ты сделал? Я класс взял. А что мне взять? А ты возьми вот этого чукчу усатого. Не, я хочу Соника. Соника? Опа, ты хочешь Соника? Хорошо. Молодец. Ну все, Жека, смотри. Так, все, поехали. Нам нужно отправляться. Куда? Куда мы пойдем? Вот этого слева, который... Усатого, да? Значит, вот это. Да, доктор Эггман, вот. Опа, начало, Жека, начало, понимаешь, да, у нас уже начало есть. Мы с тобой соревнуемся, то есть будет карта потихоньку сжигаться, и кто дольше пройдет, ничего не сделал. Не, у меня словность на полминуты! Почему у тебя такая большая башка? Потому что я тяжелый стал, Жека. Ты дебил, ты мне тоже словность скинул, ты понимаешь? Да? Я вообще бегать не могу, понимаешь? Я еле как передвигаюсь. Слушай, а у меня есть ботиночки, которые начарены на кнокбэк. И чё? То есть я могу тебя отталкивать, понимаешь, да? А у меня факи есть, которые зачарены на кнокбэк. Так, хорошо. Ой, нифига себе, быстро, я Соник. Ты Соник? Да, я сейчас все очень быстро. Так, мне да. А как я уже сказал, у нас тут есть встроенные лаки-блоки в саму карту. То есть мы играем вообще, в принципе, без модов, можно так сказать, да? Да, а что такое золотое кольцо? Его можно есть. Золотое кольцо? Да, я могу его есть. Да. Жека, вот честно тебе скажу, я вообще не фанат Соника, вообще. Да, я тоже не знаю. А что у тебя опять башка большая? Не понял, что ты делаешь? Так, я просто слишком умный, понимаешь? И все, ты что прикопался к моей башке? Keep in your off hand. Что это такое? Мне дали какое-то... А, ты прикинь, я получил кольцо неумирания. Когда я умру, короче, я яснусь. Жека, у нас тут проблемка, у нас тут уже лава. У нас тут уже все горит, Жека, поэтому давай сваливать. Валим отсюда, валим. Эдисон, ты видишь меня? Ты дебил! Так нельзя! Эдисон, я что-то не понял, что это фигня? Ну да, ты меня убил. Ну ты пехайся. А что это пехаться? Все, я проиграл. Да нет. Я в лобби тпшнулся. Мне кажется, мы уже... все, мне кажется, ему капут. Ему капут, да. Левый чудик уже сгорел. Сейчас же кап... вправо. Да, вправо. Соник у нас будет напоследок. Давай. А кто это? А, Тейлс, как это хвостик. Хвостик, Жека. А, ну отлично. Да. Все понятно. Так, подожди. Я не понимаю, что делают эти вещи из лаки-блоков, честно. Вообще никогда не понимаю. Я тоже не понимаю. У меня есть кольцо, которое, типа, меня не умирает. Да. У меня тоже оно было. Не, оно, типа, плюс одну тебе попытку дает, понимаешь, то есть ты первый раз не умираешь, а потом умираешь. Так нет, я умер и все, я умер. Нет, допустим, от лавы или от урона, от падения, конечно, ты умираешь сразу же. У меня тут тотем of Undying еще есть, мне тоже непонятно. Непонятно, какая-то фигня, непонятно. Тотем of Undying. У меня кольцо Undying есть опять.
Вот у меня опять... Я застрял! Это мой лаки-блок, это мой лаки-блок. Так, всё, я поднимаюсь наверх. А где лава, где лава? Я пока не знаю, может, тогда ещё не заспавил, а там есть что-то вообще? Так, золотой гриб, мне уже не нравится, что это такое. Золотой гриб? Что тебе не нравится? Подожди, а у меня удочка есть. Хватит! Вот такой таликоптер по... Ага, левитация! Полетели! Нет! Не надо! Ты наверх! Полетели! Иди сюда! Опа! Хватит притягивать! Я отпущу! Пошел вон! Так, хорошо. Ну, ты стой, я пойду лаки-блоки собирать, если они там еще есть. Да, давай. Я, конечно, сомневаюсь, то, что там они есть. О, Драгонхед! Протекшн 5, нифига себе! В смысле Protection 5? Ты что, читер? Всё, нафиг, у меня Dragon Head. А у тебя нет Dragon Head, я тебя... У меня есть золотое кольцо зато. Я не знаю, что оно делает, но оно у меня есть. Нифига. Так, подожди. Эдисон, тут везде лава. Как тут вообще выживать? Уже лава. Везде просто, абсолютно везде. Так, я в ловушке! В смысле в ловушке? Я в ловушке, Эдисон, я в ловушке, тут все в лаве, все горит подо мной, блоки уничтожаются. Эти Golden Ring, золотые кольца, типа как золотые яблоки, понимаешь? Эдисон, я плыву! Ты где вообще? Я в лаве плыву, я ем золотые яблоки, я плыву. Жека, у меня тут тоже на самом деле жопа, то есть уже жопа прям жопа. Я внутри лавы, а у тебя жопа, я просто лаву в лаве, понимаешь? Я съел уже все грибы, которые у меня были. Это нормально, я не знаю, что мне делать. Я забрался на самый верх. И чё, типа сейчас? Ты не умираешь? Нет, я стою на каком-то блоке на самом верху. Что ты делаешь, давай? Помоги, я до сих пор маленький. А как ты не умираешь, у меня такой вопрос? Я жру золотые грибы. А сколько у тебя этих золотых грибов? Все, у меня закончились они. Эдисон, мне нужна срочно помощь. Я тоже умираю! Жри. У меня ничего нету, что мне жрать? У меня бомбы есть. Бомбы взрываются. Жека, все, ГГ. Это ГГ. Ты еще живой? Нет? Ну еще немного, я стою на одном блоке, вокруг меня везде лава. У меня тоже так нет, абсолютно такая же фигня. И я не знаю, что делать. Как-то карта очень быстро сгорает, я не успеваю. А как ты живешь? До сих пор я не могу понять. Я стою на одном блоке шерсти и горю. Ты просто уже 10 раз убирал, горишь и. Да, я тупо в лаве плавал. Все, теперь мне вроде не. Все. Теперь я просто горю. Я не знаю, что делать. Блок, смотри, разрушился потом. Я в лаве опять! Я просто сгораю от того, что я... Как? 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 1... Как у тебя 10 хп? У меня тотем! Нет, еще один тотем! Тотем Афандайнг! Нет! Я умер, смотри! Через 3 секунды после тебя! Как ты так справился? У меня такой вопрос, ты понимаешь, что я все время стоял на одном блоке. У тебя какие-то тотемы в Дайнка не умирает, он не умирает. Я полетел. Где? Вот я езжу на лодочке. Как ты это сделал? Садись. Я так же хочу. Это у нас типа гонки, да? Меня на самом деле бесит то, что у меня башка до сих пор такая огромная, непонятно. Ты просто слишком умный. Слишком умный. Так, ладно, все. Нет! Почему тут... Я манал эту карту, честно. Так, я возьму какой-нибудь другой класс, я возьму себе работника. Работника, подожди, а я спид или какой-то... Ты работник, да? У меня есть телефон, Egg Mobile. Алло. Алло. Ара. Я знаю, работник это типа самый главный антагонист Соника. Все, давай, поехали. Все, пошли. Смотри, какой у меня посох. Опа, я баба. Давай, так. А что делать так мобайл? А, так ну да, понял. Так, я могу заспавнить работника. Спавню работника! Не надо спавнить работника. Меня бьют, дебил! А чем ты спавишь работников? Я же сам работника думал. Что это такое? Right click to make the other player turn all over the... Кому? Чё ты, ваш П ничего не понял? Тут этот... О, Dragon Head, чего? У меня 45 лестниц мне дали! 45 лестниц, понимаешь? Торпсен, Пушен, что мне...
А что я хочу по-моему позвонить по своему Eggmobile. Как я понял, это уже Соник, это самый жестокий уровень, да? Алло. Посох, у меня есть посох. А у меня есть телефон. Это iPhone 25. iPhone 25? Вот реально какой-то огромный. Чё вот эта голова дракона тебе дает? Голова. Защиту 4. У меня Пикачу Thunderbolt. Пау! Ты шо, охренел, шо ли? Прикольно, блин. А! Чё это? Ты чё делаешь, дебил? Ты шо сделал? Это что ты такое затворил, я не понял. Хватит вот этого делать. Пожалуйста. Я сейчас работника заспавню. Пошёл в жопу, ты что делаешь? Не скажу, хватит всё взрывать! Так, подожди. Хватит всё взрывать, хватит. Да я не взрываю, я ничего не взрываю. Так, Жека, у нас нету ни лаки блоков, у нас ничего нету. Я не знаю, что делать. Я тоже не знаю, что делать. Я просто забрался куда-то повыше. Вот. Вот, пошел вот отсюда. Нет! Так, подожди. Это ты подожди. Это тоже лава на меня, лава, Жека, лава. Это на тебя тут лава, ты меня в самый низ скинул. Так, все, давай нидра, давай мир, все, мир. Ой, Жека. Ладно, ты там оставайся, и мне тут, в принципе, хорошо снизу, я снизу могу походить. Тебе нравится? Мне тоже, да. Тут у меня... Работники всякие, у нас тут работники, Жека! Я съел какой-то фрукт какой-то, меня ТП. Сам ты фрукты, овощи. Так, Жека, стой тут. Если что, у меня есть фрукт, который меня тпшит, поэтому я переживаю. Это уже очень даже хорошо. Мне кажется, у меня в лаву какой-то тпшит. А у меня есть посох, который толкается, если что. Не надо. Не надо, а у нас мир, да? А! Жека! Бежим нахрен отсюда! Видишь, он такой слишком жесткая карта. Тут мы уже в ловушке, на самом деле. Я не знаю, что делать. Так, короче, я нужно проламывать проход. Давай! Тут там тоже лава, давай сюда. Тут тоже лава! Тут везде лава, Жека! И тут лава! Нет! Ладно, я съедаю фрукт, пока Эдисон. У меня фруктов никаких нету. А что мне не ТП, почему мне не ТП, что? А! Что ты сделал? Куда мы полетели? Так, подожди, я Жека, у меня нету больше фруктов, у меня нету больше фруктов. Нет, всё, я в лаве, всё, мне крышка, Эдисон. Я горю, Жека, я горю. Прощай, я умер. А всё? Да, я умер. Как так, Жека, как так? Ты ещё был так молод, Жека. Вот именно, я был так молод. У тебя ещё была вся жизнь впереди. А я могу тебе вроде бы тпшнуться. А, нет, зачем я это сделал? Зачем ты в лаву тпшнулся? Да, получи. А что ты не умираешь, я не могу понять. У меня тотем! Тотем бессмертия! А, тотем бессмертия? Ну все, я умер, вот. Вот я и умер, все, можно вот так сказать. Ой. Слушай, а мы вроде все нашли. Да? Все, мы прям же. Смотри, какой красивый Соник. Я возьму Соника. Так. А где Соник? Своего нету. Да. Но левый самый крутой вот этот, смотри, от него почти ничего не осталось. Зато я сейчас покатаюсь, Жека. Помогите! Я не могу сесть на него! Сейчас я припаркуюсь над блоком. Ага. Спасибо. Можешь еще раз ты пахнуться. Опа, хорошо. Я говорю, в лаве уже классно. Мне все нравится. Нормально. Работник! Работник, нет! Работник! Я хотел сказать, что реально, этих карт очень-очень много, мы можем много кого поджигать, поэтому все зависит только от вас. Все от вас, ребят, только зависит. Поэтому ставьте лайкусики, будет много лайков и будет много серий, как обычно, да. Да, я хотя бы закончу. Вот, стану вот тут, чтобы меня было видно. Я такой Соник крутой, понимаешь, такой. Опа, такой. Все. Все можно заканчивать. Что давай? Спасибо за просмотр. 15 человек сразу выходит новая серия. Мы прям обещаем. Спасибо всем удачи. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Покидываем.